Здравствуйте, с вами снова Молодежная библиотека, и сегодня мы покажем вам, как сделать таких замечательных зверушек из бумаги. Подготовьте квадратный кусочек бумаги любого цвета и размера на ваше усмотрение и согните его. Если ваша бумага не двусторонняя, сгибайте его так, чтобы бесцветная сторона была внутри. Затем согните его так, как мы демонстрируем на видео. Треугольников по бокам делаем ушки. С другой стороны нашей заготовки ушки должны быть видны только сверху и не выпирать по бокам. Затем нам нужно загнуть уголки нашей мордашки, и если ваш кусочек бумаги изначально маленький, рекомендуем использовать клей, чтобы эти уголочки плотно прилегали. Верхние уголочки тоже аккуратно загибаем и проклеиваем. Заготовка для зверушки готова. Теперь дело остается за вашей фантазией. С помощью обычной ручки или карандашей можно сделать милого тигренка или кошку. Если использовать белую гуашь, можно также сделать лисенка. Если обрезать острые части ушек или загнуть их, можно сделать лягушонка. А если добавить маленькие острые крылышки, то вы сможете сделать милую летучую мышку. А из заготовки, которую мы складывали в видео, мы сделали вот такого милого волчонка. На этом все. Благодарим вас за внимание. Подпишитесь на нас в социальных сетях.